Сотрудники Тольяттинской научно-производственной фирмы разработали устройство для задержания автотранспортных средств, которое способно остановить автомобиль массой свыше 22 тонн на скорости более 50 км в час. Принцип работы сводится к удержанию автомобиля на металлической платформе после столкновения со специальным барьером. Минимизировать повреждения позволяет демпферная система, которая гасит энергию удара. Применять его возможно практически на любых участках дороги. Для монтажа достаточно двух человек и не более 120 минут, а самый тяжелый элемент конструкции – менее 100 кг. Новый барьер уже прошел испытание, теперь его в совокупности с камерами видеонаблюдения планируют применять на постах ГИБДД и у общественно значимых объектов.